Всем привет, с вами я, Ромчик, и сегодня мы... И Шурик, да, здоровайся. Всем привет. И сегодня мы будем продолжать играть ВКонтакте, в игры ВКонтакте, такую рубрику. Сегодня у нас будет игра «Проект Тьмы», это стрелялка. Так, значит, сразу же говорю, что Саша в нее дольше задротил, точнее, Шурик. Да, поэтому у него все сильнее. Давай я буду с пистолетом. Ну давай, сделай хоть что-нибудь. У тебя сколько жизней? У меня 250 из 300. Опа, да. Да. У тебя сколько жизней? 61 осталось, а так 250. У меня было 226. Так, вот, эта игра называется «Проект Тьмы». Тут никак на большой экран не сделать. А, нет, вот, сделаешь, да. Сделай на большой экран. Да-да-да, все, у меня теперь, знаешь, какой громаднейший экран на записи, потом посмотришь. Опа, у меня 127 жизней осталось. У меня 300. Давай с пистолетом. Отстань, да, мы так по очереди, я так и чувствую, что будет. Вот, да, здесь вы можете видеть, у меня не клеватина. Что, ты багом пользуешься? А, у меня пролагнуло по жести. У меня вообще лагает на большом экране. Ну, не так сильно, конечно, но все равно немного подлагивает. А я собрал лечение. Раньше баг был то, что можно было вот так стрелять. А, смотри, баг покажу тебе, смотри. Сейчас. Саша. Ладно, не важно. Короче, мы, наверное, создадим такое видео, значит, баги в проекте мы. Но я думаю, мало кто играет вообще ВКонтакте, если кто-то играет. Но вот сейчас вот онлайн 2022 человека. Да, это вообще много, если честно, ребята. Да, это для проекта тьмы очень много. Граната, граната, а подлагнула, подлагнула. Не бойся, не бойся. Вот, опа, да. Попил. У меня, кстати, 206 жизней, это почти как в начале. Оп, 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 оп. То-т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 о, 116 хп. 116, да, я не любитель стрелялок, но вот ВКонтакте действительно эта игра, ну, подходит, можно сказать, мне по душе, да. Но ВКонтакте это достаточно прикольная игра. Да, ВКонтакте, да. Да, для ВКонтакта, учитывая... Подожди, у меня 13 жизнек, да-да-да-да-да, у меня 13 жизнек осталось. Сейчас, подожди, поставь на... Сейчас, короче, я приду, подожди. Ставь на паузу, ладно? Поставил. Раз, два, три. Три, да, но я раньше продолжил, поэтому извиняюсь. Так, опять сейчас, подожди, не убивай, не убивай, еще не убивай. Разреши. Так, все, играем дальше. Ну что ты подлетел? У меня такой сейчас баг был прикольный. Вообще подлетел вверх, потолок. Че я стою, блин? Так, пистолета. Опа, нет. Да. 8-8 пока. Ты у меня, кстати, только 15 жизней отнял. Да? Да, но имеется в виду, не оставил, а отнял. То есть, мало, ты ж чё. Вот сейчас вот 41 вообще оставил. Сейчас ты... У нас равный бой, и я думаю, что сегодня никто не выиграет. А так мы и уйдем с боевой ничьей. Чё, я помню, это такой баг. Все, сейчас подожди меня, вот сейчас уже мама зовет. Все, подожди. Так, продолжаем. Нужно проверить, что запись пошла. Так, все, запись пошла. Подожди, не убивай, все. Теперь можешь убивать. Офигеть! 10-8 ты выигрываешь. Да, жалко. Жалко, 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 жалко. Мне кажется, или ты, по-моему, помощнее взял пушку? Нет? Ну, дробовик, да. Ага, ну тогда ладно, тогда пушку сразу же с разворота. Ну, этот дробовик, он как бы, у него урон меньше, но он скорострельный. А вот тот дробовик, который второй, у него мощность больше, и он как бы скорострельный меньше. То есть, ну, по-моему, понял. Лучше вот этот вот, который у меня. Я его и купил. Бим. Так, тактико-тактические действия. Сколько жизни осталось? У меня 230. Офигеть, я думаю... Всё, я полегался. Ах ты лекарщик.
Помнишь, все раз Ой, только... тупая граната сняла. Пистолет. Ах ты! Ты меня еще с пистолетом замочил, офигеть! Офигеть, дуй по всем статьям называется, я бы сказала бы. Вот так вот! Да блин! Если бы еще сейчас бы ты бы меня замочил, я вообще не понял бы. Что это такое? Да ты и прежде не мощнейшую пушку взял, да, наверное? У меня 300 хп. Нет, поэтому нужно обязательно снять второй видос, понятно. Понятно, я тебя проучил. Угар. Угар, да. Угар. Я нужно просто, фильм. Мы я без записи поиграем, угар, Саша. Мы. Объясняю, почему только сегодня засняли эту отличнейшую игрушку для ВКонтакте. А, смотри, пролагала. Опа, пролагала, хорошо. Ты не бегал на одном месте. Нет, ты у меня не бегал. Я тупо бегал на одном месте, это такой баг, короче. Офигеть, у меня было 250 жизней. Я мог спокойно убить тебя. Не, ну это дробовик, мне кажется, вот у этого дробовика свои плюсы, и у того дробовика тоже свои плюсы. Ты ж там на пистолете сражался. Как? Как ты меня, Петь, убил? Посмотри, сколько записей. У меня 230 хп. Отстань, блин. Не отстану, понятно? Мне кажется, запись уже дольше идет. Чем 10 минут. Сейчас, подожди, я посмотрю, сколько идет запись. А, нет, даже 7 минут нету. Да, мы нубы. Нет, я нуб, да. Я тоже не очень хорошо стреляю. У меня мой уровень-то маленький. Лови гранату. Ты чё, я ж не фашист. У меня у этого было 2 патрона. Давай, у меня 206 хп. Чёрт. У меня 210. Так, сейчас отлекаемся. Класс. Лекарь. О-о-о. Офигеть, я даже до лекарства не успел достать. А я стоя тебя убью. Страх патронов. Блин, я думал, ты спрыгнешь. Да, у нас сейчас битва гранатами пошла. Давай реально битву гранатами сейчас устроим. Ну давай сейчас напоследок. Сколько жизней? 161, то есть. Опа, у меня было 75, когда ты сказал. Как ты меня... У меня пистолет с одного патрона дает, ну, дамаг 40 или 50 хп. Для тех, кто не знает, дамаг это урон, да? Я правильно понимаю? Да, а дробовик от 90 до 110. Блин, мне лекарство надо взять, лекарство вот, надо взять, лекарство. Я у тебя хоть хп-то снял? Конечно. Сколько? Вот возьми лекалку. А, тебе не надо уже. Вот ты там хп 100, наверное, снял. Опа, вот сейчас... Ты меня пожести снял, конечно. Так, пистолет. Ах, я в тебе гранаткой хотел так запульнуть радостно. Давай сейчас наберем гранату, посражаемся гранатами. Сейчас, подожди же, пока такой общий будет. Вот, видишь, ладно, давай сейчас набираем гранаты. Так, мы продолжим видео, когда наберем гранаты. Поехали. Так, продолжаем записи. Сейчас бой на одних гранатах, значит, поехали. Так, мы что, гранаты друг друга у нас... Ай, ну сам же на своей гранате подорвался, ты меня убил, все. Ты победил в этой неравной борьбе, ладно, шучу. Лови. Борьба была равная, да-да-да, ты мне что приходишь. Борьба была равная, но я думаю, все останутся довольны этим боем. Я уже не играю, поэтому все, ладно. Так, я прощаюсь, всем удачи, всем пока. Ждите новых видео. Саша, прощайся. Всем пока-пока.